канал «Улица Москвы». Мы находимся на улице Бориса Жигуленкова, названной в честь героя Советского Союза, летчика Бориса Васильевича Жигуленкова. Протяженность этой улицы практически 1,5 километра, и проходит она между улицей Вольной и 5-й улицей Соколиной горы. Мы сейчас в районе 10-й улицы Соколиной горы и движемся в южном направлении. Ремонтные работы в этом доме. Нумерация идет от Вольной улицы. Подсказывают, что довоенная еще постройка нибудь. С балкончиков. Такой похожий дом видел в Старопетровском проезде в окрестностях станции метро Войковская. Похожий тоже дом. Какой-то вот дух рабочего района. Мало сегодня движения тут. Сегодня суббота, кстати. А Соколиная гора, она славится деловой активностью. Здесь много офисов, различных предприятий. И, конечно, в рабочие дни трафик гораздо выше. А вот это вот 9-я улица Соколиной горы, которую мы сейчас постараемся перейти. Чтобы не стоять у светофора. Да, вот к станции Московского центрального кольца.